Бегу-бегу на рыбалку. 8 ноября. Надо срочно живца наловить. У нас минус 5. Ой, тут такие буреломы-буераки. Спешу. Спустилась со своей горки. Мужики, конечно, на машине. Может быть, и я бы, конечно, поднялась туда. На своей машинке. Но самый надежный способ. Ишь, пескарус. И я ему не изменяю. Я сегодня утеплилась здорово. Новый, ну как новый, более теплый костюм зимний. Вот такой шлем. Вы меня уже видели в нем. Вот. На овчиной подушке. Виктору Ивановичу спасибо. Это супер подарок. В уши не задувает. Тепло. Ну и самое главное, ничего не слышно. Вот. В общем, бегу, спешу. Маленький снежок у нас тут сыпет со мной из приманок. Значит, червячок и мушиный жук, который называется опарыш. Во, вспомнила. Пока шла, забыла, не сосредоточилась еще. Ну, в общем, бегу за рыбкой беленькой, мирной, пополнить запасы живца. Ну и потом, как говорится, смотрите нашу серьезную рыбалку. Вот. Девочки добывают живца, ну а мальчики добывают отличную рыбу. Вот. Ну а девочки потом опять готовят. И все. И вот такой круговорот. Девочка начинает, и все на девочке заканчивается, да? Так, захожу на свое любимое место. Шелоку надо менять дислокацию. Ведь окушок не дает ловить рыбку. Пойдем дальше. Возвращаться. В общем, везде побыли. Водички здорово прибыло. Я насадила опарыша вот здесь. Вот тут у меня остатки червячка. Но что-то не вижу, чтобы сильно хорошо хотелось сливать. Давайте попробуем поменять на червяка.
Вот, я шибко не говорю, потому что рыба очень пугается. Но видно, что вода стала подниматься, наверное, сантиметров на 6, на 7. Все-таки оттепели дали, принесли свой результат. Чуть-чуть воды прибавилось. Ну, сейчас вот оторву кусочек. Вот не знаю, тут видно, не видно, вон он скачет у меня. Так, сейчас оденем бедолагу. Посмотрю, на что лучше клюет. Будем искать и приманку, и рыбу. Ой, какая сказка. Вот, одела вот с вот таким вот хвостиком. Ну, как будто бы он, видите, махает, как хоботочек. Ну что, будем пробовать запускать? Ребята, поменяла локацию, приманку. Давайте будем смотреть. Румянец есть, а рыбы нет. Отправляемся дальше. Я свою волокушу оставила с ведерком. Взяла еще одно ведро. Немножко попозже вернемся на это место. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, запуталась. Иду, в камеру смотрю, а сама не вижу, куда иду. Вот. Тут много деревьев. Может быть, я шумела, пока шла. Ведро тоже с водой набирала. Так, сейчас вернемся на наше место, с которого я обычно по утрам начинаю рыбачить. Спина вся мокрая, набегалась. Обычно же без куртки хожу, а тут уже утеплилась совсем на зиму. Ну что, забрасываем сейчас. Забрасываем червячка. Вот он тут весь заснеженный. Смотрим, что будет получаться в этом месте. Я специально туда не пошла. Думаю, чтобы рыбу не пугать. Все равно тут мелко. Наберем водички. Вот потихонечку прибавляются наши живцы в ведерке. Процесс идет.
8. Прямо в руках он. Буду показывать. Там где-то далеко. Она меня не видит. Видите, вон поклевка. Идет. По свалу идет маленько. И поклевка. Вот, к берегу прибьет и начнет клевать. Видите? Вот так. Опа. Вот так. Вот оно. Смотрите, я еще даже ту не успела положить. Хотя ведерко уже, по-моему, поклевка. Вон. Что-то там берет. Жует. О, смотри, смотри, смотри. Подсекаем. Ага, у меня совсем длина уменьшилась. Ну ладно, сейчас. Правим поплавок. Так, в руках держу, смотрим, что получается. О, мне кажется, уже собирается. Ой, точно, она уже там сидела, взяла. Сейчас, наверное, опарыша перецеплю. Червячка почти не осталось. Опа, какая маленькая. Маленькая-прималенькая. Ура! Годится. Вот две сейчас понесу ведерко. Что-то я начинаю замерзать. Ох. Буду передвигаться на новое место. У нас снежок усиливается. В общем, сейчас скачу к своей волокуше. Вновь по буеракам, куда же без них. Попробую сейчас после обеденное место. Тут оставила ведерко, что наловила. Показать не могу, потому что снег бросаю живцам. Они бегают по ведру и гоняют воду по кругу. Они очень сильно устают из-за этого. Тоже спрашивали, почему я бросаю снег. Вот именно как раз для вот этих целей, чтобы они не кружили, не уставали. Ну, в принципе, рыбка не мучалась. Дома тоже, когда рыбы немного, кладем бутылку. Бутылку или что-нибудь такое, камня, камень, чтобы приостанавливало окружение воды. Вот. Нас тоже бывалые рыбаки научили. Вот делимся опытом. Ну что, давайте тут сейчас посмотрим. Как раз время после обеда. Должно быть хорошо. Должно быть хорошо. Ой.
Мая наловила. Что ж она наловила? Вот такой вот еленц. Вот раз штучка. Тут вот даже, между прочим, вот еще один елечек. Так, вот я это все тут привезла, маленько кинула. Это, так, ну вот, хорошенькие такие бульки у нас. Так, тут даже вот, наверное, подъязок. На подъязку очень сильно похожа штука. Ну, это на большую такую 12-килограммовую штуку. Щуку. Вот, где-то тут должен быть один ёрш. Вот это вот самая тоже хорошенькая маленькая живушка. Вот, ну, конечно, лошадей я тут наловила, будь здоров. О, видали какие? Сейчас найдем ерша, которого я тут споймала. Думала, у меня отсоединится ведро. Ай-яй-яй. Ускоряемся. Ускоряемся. Вот ерш. Все, всех остальных я выворачиваю, друзья. А, обжигает. А, о, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Достаю такую волшебную штуку, называется аэратор. Опускаем, на кнопочку нажимаем, и наши рыбёхи благополучно живут. Так, ну, его надо зарядить. Попробую. О, он завелся. Ура, смотрите, как там хорошо, какие бурбухи. Наша рыбка будет хорошо тут жить. Пора на рыбалку. Где наши жерлицы?